За то, что вы в суровые годы войны доказали, что для вас значит ваша Родина. Только беспредельно любя свою Родину, можно было одержать победу в самой жестокой в истории планеты Земля войне. Учеными не нашей страны, а учеными мира признано, что это была самая жестокая война. А вы сумели отстоять свою Родину, и за это вам искренняя благодарность. Я провел 936 суток в фашистском гетто, в 3 часах езды от Одессы, и видел ваш подвиг, являюсь его свидетелем. И когда нас 16 марта освободили, Танечка, и дали части, которая освободила 3 дня отдыха, привезли пополнение. Кого привезли? Они-то хорошо помнят. Привезли из тюрьмы людей. И я свидетель, будучи пацаном 8-летним, как они кричали: «За Родину, за Сталина!» И это им помогало побеждать. Я правду говорю? Так было? Молодцы, молодцы. Все нынешние поколения, все будущие поколения, сколько будет существовать жизнь у нас, будут вас благодарить за тот колоссальный, беспримерный подвиг, который вы совершили. Вы не только освободили Советский Союз. Вы дали еще другим государствам и народам возможность хорошо развиваться. Сегодня мы можем сказать, что не каждый воспользовался этим. Я правда говорю, да? И мне очень жалко. Живите долго и знайте, что доброе слово о вас мы будем говорить, пока мы будем живы, и будем это передавать будущим поколениям, чтобы будущее поколение знало, какие были предшественники у них. Дай Бог, чтобы был мир, дай Бог, чтобы не было войны, дай Бог, чтобы мы могли с помощью слова добиваться того, что мы хотим добиться. Правильно? Будьте все здоровы, будьте все счастливы. С величайшим праздником нашей страны.